мне сказали, что Бомонт разочарован. Я снова спела что-то, ну, не камильфо. Идите знаете куда, избавьте гонор. Я ведь не замужем, а значит, можно все. Давно пристроили и жили бы спокойно. Вон сколько вас, богатых, видных, озорных. А я других не хуже лучшего достойна. Но где он бродит, долгожданный мой жених? Возьмите замуж красотулю, возьмите срочно, умоляю. Готовлю вкусно, не ревную. Стиралка есть? Я постираю. Вижу, шью плиту интриги. Ах, это лишнее, простите. Читаю много чаще книги. Прижмет, я выучу молитвы. Все? Все-все? Жаль, Рембрандт канул в вечность, он бы оценил бы. Куда ни кинь взгляд, дистрофиков толпа. А эти формы идеальны для женитьбы. Ну почему бы пахуа бы да не пах? Я и характером, признаться, ангел божий. Со мной в разведку можно, можно и в тылы. Жаль, без косметики красавицей быть сложно. Да это ж мелочь, лишь бы не было войны. Со мной скучать вам не придется. Пою, танцую, если надо. Хотите, встану вместе с солнцем? А нет, поспать я буду рада. Конечно, есть и недостатки. Скромно, но это ж того стоит. И, кстати, главное, мой сладкий, меня мигрень не беспокоит. Возьмите срочно, умоляю. Готовлю вкусно, не ревную. Стиралка есть, я постираю. Конечно, есть и недостатки. Скромна, но это ж того стоит. И, кстати, главное, мой сладкий, меня мигрень не беспокоит. Не беспокоит.